Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас снова распаковка по сегментам. Так, с чего мы начнем? Да, сегодня в видео у нас будут поджигательные эксперименты. Я принесла дощечку, принесла тарелочку. Здесь мы будем с вами жечь нашу пряжу, дабы убедиться в составе, в ее посылку. Ну, давайте начнем. Первый артикул, который будет очень шебуршащийся, это артикул бамбук. Здесь у меня его куплено 12 мотков. 12 мотков. Сейчас я вот эту шуршащую коробочку уберу и возьму просто 2 мотка этой пряжи. Ну и будем смотреть. Пряжа невероятно мягкая, очень мягкая. Мне кажется, из нее вязать можно детям любые костюмчики, хоть что, вообще хоть что. Но потом мы с вами посмотрим на образце. Очень мягкая, пружинистая пряжа, великолепная. Давайте пройдемся по составу. 70% хлопок, 30% бамбук. В 50 граммах 205 метров. Вы знаете, я люблю тонкую пряжу. Но если вы не любите, можете использовать и вязать в 2 нити. Я на сайте выбирала только тонкую пряжу. Вообще, вот магазин. Кстати, про магазин. Внизу под видео будет ссылка на магазин, будет ссылка на все артикулы пряжи и будет ссылка на промокод. Промокод дает вам право на 5% скидку, поэтому, пожалуйста, не забывайте его указывать. Цвет у меня 2017. Ну и называется пряжа бамбук. Рекомендую. Рекомендую ее для джемперов, рекомендую для детских штанишек, рекомендую для боди, детских боди. Также, ну а для взрослого сегмента, это любые летние кофточки. Девочки, она очень мягкая. Так, ну и давайте начнем сразу ее и поджигать. Итак, я нашла уже ниточку. И сейчас будем поджигать, будем смотреть. Здесь должен рассыпаться вся ниточка. Кстати, нитка. Давайте посмотрим, из чего состоит нитка. Нитка состоит, она скрученная из 4 или 5. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 или 7, наверное, даже ниточек. Вот. Просто скручена. И будем поджигать. Так. И теперь смотрим. Вот так выглядит. Пахнет бумагой. В принципе, рассыпалась. Но на кончиках немножко осталось. Здесь есть какой-то искусственный. Так, что у нас в составе? Хлопок и бамбук. Угу. Давайте посмотрим, пусть сгорит. Девочки, здесь есть небольшой процент, процентов 10 синтетики. В составе это не указано. Но Китай любит так шалить. Это не в ущерб трико производителю, а просто такая ниточка. Здесь около 10% синтетики. Так, но эта ниточка очень мягкая, даже если 10% синтетики, ведет она себя великолепно. Мягкая, невероятно мягкая. Она мне напомнила нитку, может быть, кто-то из вас вязал из нитки этамин, 100% микрофибра. Вот кто вязал, тот, наверное, знает. Вот тому напоминает вот эта ниточка, так же, как и мне напомнит про ту нитку. Итак,
Значит, бамбук, атрико. На сайте стоит 75 рублей один моток. Представляете? 75 рублей 50-граммовый моток. Это очень недорогая пряжа. И что я из нее буду вязать? Вы поняли, так как у меня ее целых 12 мотков, то есть 600 грамм, то это будет однозначное изделие, на которое будет мастер-класс у меня на канале. И будет этот джемпер Эвелине, который Эвелина попросила меня повторить. То есть я уже вязала Эвелине такой джемпер, она его с удовольствием носила и носит, но хочет, чтобы я связала примерно такой же, но уже как бы обновить его, потому что тому джемперу, по-моему, 3 года точно есть, если не больше. Вот, и дочка просит обновить. Поэтому для Эвелины будет джемпер вот из этой пряжи, мягкой пряжи. Я думаю, что Эвелине она понравится. Это первая пряжа. Вторая пряжа. Меня очень заинтересовала пряжа под названием «Ангорский кролик». Цвет у этой пряжи, сразу скажу, 981. Мне очень нравятся, как это сказать, этикетки у этой фирмы. Нравится. «Ангорский кролик», «Атрико». Единственное, что здесь нигде не написан рекомендуемый размер спиц. Состав пряжи 60% кроличий пух, 40% нейлон. В 50 граммах 310 метров. Что могу сказать? На ощупь ниточка очень мягкая, очень комфортная, очень приятная. Свяжем образец, и мне очень хочется посмотреть, насколько он распушится. Если это кролик, он должен распушиться хорошо. Хотя сейчас в ниточке это... Ну, да, он пушится, но пока не сильно заметно. Посмотрим. Так, я попробую найти. Удастся мне найти? А вот, сразу и нашла ниточку. Давайте посмотрим. У меня таких нет 2 мотка. Для чего я ее взяла, я пока не знаю. Мне хочется просто поэкспериментировать, посмотреть. Кстати, она зеленого цвета, изумрудного цвета. У вас на камере опять она голубая. Она изумруд. Цвет номер 981, он скорее зеленый, нежели... Не скорее, а он зеленый, он не голубой, имейте в виду. Так, 2 мотка. Что буду вязать, не знаю. Взяла на пробу, чтобы посмотреть. Может быть, варежки, может быть, шапочка. Здесь 2 нити. Я пытаюсь расслоить. Ну, в общем, девочки, здесь 2 нити. Ну да, наверное, она будет хорошо пушиться. Видно вам, как она, да? Значит, в составе 40% нейлон, 60% кроличий пух. Сейчас посмотрим, насколько правдив состав здесь. Так. Пахнет шерстью, девочки, я понюхала. Пахнет шерстью и очень большой процент синтетики. То есть, если в той пряже, которую мы сейчас с вами подожигали, был очень-очень маленький процент синтетики, около 10%, как я решила. Смотрите, как она горит. Рассыпается, вы видите, да? Но остается немножечко кончик. Пахнет, сильно пахнет шерстью, то есть шерсть здесь точно есть. Ну да, где-то около 50% синтетики. Я поверю производителю, что 60% здесь точно либо пух, либо шерсть, пахнет шерстью. И 40% нейлона. Я поверю. Здесь я согласна с производителем, скорее всего, так оно и есть. Так, посмотрим на образцах. Второй артикул мы с вами рассмотрели. Третий артикул, который мне также невероятно хотелось попробовать. Нет, не то, что невероятно, а просто хотелось попробовать. Это кашемир. Кашемир от фирмы Атрико. То есть это тоже китайский кашемир, который упаковывается на фирме Атрико. А, я забыла сказать, прошу прощения, мои дорогие. Один моток ангорского кролика, 50-граммовый моток, стоит на сайте 300 рублей. Ну, отнимайте еще скидку. Вот эта пряжа ангорский кролик, 300 рублей.
Дальше кашемир. Кашемир. Цвет 1605. Вот такой красивый серый цвет. Состав 50 кашемир, 20 шерсть и 30 искусственные волокна. В 50 граммах 320 метров. У меня два мотка этой пряжи. Вот, два моточка. И к этой пряже, так же, как и к пуху норки, идет вот такая стрейчевая ниточка. Видите, да, она пружинит. Стрейчевая нитка добавочная идет к этой пряже. Итак, кашемир. Вот ниточка торчит. Мы ее отрежем. Тоже взяла либо на варежки, либо на манишку. Ну, вот что-то такое взяла попробовать повязать образцы. И если понравится, потом приобрести в этом магазине уже на большое изделие. Итак, смотрим. Здесь у нас 50 кашемир плюс 20 шерсть. Итого 76 должно быть и 30 искусственные волокна. Кашемир, не кашемир, конечно, мне сложно сказать. Но когда я постираю изделие, я, конечно же, пойму. Так. Комочек большой. Пахнет шерстью. Хочу еще раз поджечь на запах. Девочки, шерстью пахнет совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Мне кажется, что здесь шерсти не 70%. Здесь шерсти, я бы сказала, процентов 30%. То есть вот этот артикул, он не совсем состав пряжи правильно здесь указан. Скорее всего, здесь либо 20%, либо 30% шерсть, а все остальное какие-то искусственные волокна. Но пряжа невероятно мягкая. Также ее можно использовать при вязании детям. Колкости нет абсолютно, совсем, вообще нету. Вот, поэтому я рекомендую ее для вязания деткам. Теплых изделий, и, ну почему бы и да. Пусть здесь мало шерсти, но как заявлено. А кашемир это или нет, мы на образце обязательно увидим. Обязательно, потому что кашемир дает такой пушок, которого нет нигде. Тем более, как здесь написано 50% кашемира, он должен дать пушок. Посмотрим на образце и все с вами решим. Так, дальше. Сейчас будем жечь дальше. И последний артикул, который я заказала. Посмотрите, какой цвет. Он вам очень сильно яркий сейчас показан. Он пастельный. Вот такой бирюзовый, но пастельный-пастельный, нежный-нежный. 100% шерсть. Состав пряжи 100% меринос. В 50 граммах 430 метров. Цвет номер 1222. Опять, девочки, я забыла. Кашемир стоит 340 рублей за 50 грамм. 340 рублей. Давайте сразу скажу, что здесь 100% шерсть. Шерсть называется, цвет называется магия мяты. Номер 1222, 320 рублей. 340 рублей кашемир и 320 рублей 100% шерсть. Сейчас подождем и посмотрим, насколько состав указан правильно. Ну, мы же все с вами знаем, что у китайского... Так, смотрите, я нашла ниточку, где-то здесь ниточка внутри будет. Обрыв нити есть. Так, и посмотрим все на ваших глазах. Так, пробуем поджигать. Смотрим. Не спалить бы дом. Сто процентов шерсть должна рассыпаться в пух. О, да, девочки, это стопроцентная шерсть. Рассыпается без единого комочка. Здесь однозначно я согласна с производителем. Пахнет. Сейчас попробую еще на запах. Так.
Так, одна капелька рассыпалась у меня. Ну, девочки, она не пахнет шерстью. Ничего не могу понять. Давайте я попробую свой 100% меринос, с которым я точно... Вот у меня есть итальянский производитель, 100% меринос. Сейчас попробуем его. Посмотрим, одинаково ли они горят. Хотя он тоже не пахнет, мои дорогие друзья, да? Они горят абсолютно... Нет, этот пахнет шерстью. Вот, нюхаю руки, шерстью пахнет. Давайте пробовать еще. Что же это такое? Рассыпается так же, как настоящая пряжа, но не пахнет шерстью. Странно. Ну, на хлопок же это точно не похоже, это пухлявое. Нет, пахнет. Пахнет, это у меня что-то пахнет. В общем, вердикт. Итог. Давай. Итак, подводим итог нашего поджига. Согласна я с производителем или нет? 100% шерсть от Атрико. Я заявляю, что это, да, я согласна, что это правильный состав. Так, как указано на этикетке. Кашемир. Кашемир. 50 кашемира, 20 шерсть, 30 искусственные волокна. Не согласна с производителем. Мне кажется, здесь побольше искусственных ингредиентов. Но пряжа великолепная. Просто мы должны понимать, чем имеем дело. Дальше. Ангорский пух. Ангорский кролик. Кролик это или не кролик, не знаю. Посмотрим в образце. Но то, что здесь где-то примерно 50 на 50, ну или 60 на 40, 60 натуральных ингредиентов и 40 искусственных, я согласна, что с этим я тоже спорить не буду. Мне кажется, это правильный состав указан на этикетке. И бамбук. Бамбук. Здесь, мне кажется, немножечко китайский производитель лукавит. Мне кажется, здесь есть искусственный ингредиент, где-то 10% искусственного какого-то ингредиента. Бамбук рассыпается, хлопок рассыпается, а здесь небольшой комочек присутствовал, ну, где-то процентов на 10%. Поэтому, так, что хочу сказать в итоге. Ну, пока мне еще рано чего говорить. Пряжа мне понравилась абсолютно вся, несмотря на то, что вот эти два два артикула у меня под сомнением по поводу состава. Вот. Но все-таки мне все понравились. Вот это вот самая мягкая пряжа сегодня, которую я трогала. Бамбук, кашемир, кролик, шерсть. Ну, в принципе, она вся. Кстати, вот эта шерсть, она совсем не колется, и она очень мягкая. Поэтому давайте посмотрим. Я свяжу образец и посмотрим, мериносовая это шерсть или просто шерсть. Я подразумеваю, что все-таки мериносовая по своей нежности и мягкости. Но пока ничего не будем загадывать, я пойду повяжу образцы и вернусь к вам уже с готовыми образцами.